Здравствуйте, сегодня хотел бы вам показать, ну, как бы ничего хитрого, но все равно вдруг кому-то это нужно. Это, я уже о них рассказывал, это система направляющих для дисковых пил фирмы Bosch. И покажу вам, как, в принципе, то есть в чем именно преимущество. Сейчас просто с вами ей воспользуемся. Мне нужно дверь людям подрезать, она на какие-то миллиметры. Ну, в общем, она трет, в коробку не входит, и это доставляет неудобства, скрипы, хрусты и так далее. Я буду пользоваться, ну, соответственно, пилой бошевской. У меня как бы пылесоса нету, но я делаю хитро. Я беру пакетики из-под батонов, там, либо хлеба, обязательно, ну, заматываю изолентой. И в пакеты обязательно нужно протыкать, ну, где-то, ну, с десяток дырочек. Это для того, чтобы воздух, как бы, если будет просто давить, то ему будет некуда уходить, начнет пылить во все стороны. Это такая мини-система сбора пыли. Вот. Вот тот самый паз, о котором я вам рассказывал. Он будет вставать на ребро, и по нему просто я буду вести. То есть выставляется глубина нужная мне, дверь четверка, соответственно, толщина направляющей, и зуб должен выходить на пол сантиметра, максимум сантиметр. Соответственно, я ставлю себе полтинничек на глубину пропила. Этого будет достаточно. То есть у меня будет выход зуба на 5 миллиметров. Все. Соответственно, поехали. В принципе, все. Вот для чего мешочек, видите, основная часть мусора, прям тут довольно-таки прилично, осталась в данном пакете. То есть на полу будет как можно, как бы, ну, минимальное количество. Единственное, что обязательно сразу еще можно постучать, вытрясти, потому что остается в кожухе очень много мусора. Сдергиваем. Так, теперь мы с вами сейчас снимем и посмотрим, что получилось. Вот прикладываю угольничек, если вы можете посмотреть, свечу вот отсюда, что просвета нету, угол точно 90 градусов. То есть проблем никаких в принципе нету. То есть вот я прижимаю, все абсолютно четко, ровно. Ну, опять же, это зависит не от пилы, а от того, как вы выставите правильно угол. Он там регулируется, есть специальные регулировочные винты там и так далее. Ну и в принципе все, то есть пил получился очень даже как бы аккуратный. Сейчас дверь поставим, и все вы сами увидите. Вот и мусор почти, грубо говоря, готов к выбросу. Опа! Вот так. Ну вот. Вот вы видите торец двери. Все аккуратненько. Диск, конечно, мягко говоря, плохой стоит диск, атаковский, дешевый, с крупным зубом.
Но в целом, в принципе, как бы неплохо. Все, всем спасибо, до свидания.